Вот как работает обогреватель Эверест. Инфракрасная горелка. Принцип работы как примуса. Работает на бензине. Ну вот он, ух, горячо. Я вот в гараже поставил. У меня пар изо рта шел. Сейчас уже практически нет. Буквально 15 минут прошло, по-моему, градуса на 3 повысилось. Это его можно ставить еще вот так вот горизонтально. Вот такие ножки есть специальные. Как тепловая пушка. Ручка, видите, такая убирающаяся. Но эти ножки тоже убираются. Джик-джик. Вот такой у него контейнер. Ну, как у примуса, в принципе, все то же самое. Ты примус есть. И тут, видите, ножки есть. То есть можно даже подогревать что-то. Какую-то еду. Ну, в принципе, я брал его из расчета как нагреватель. Нагревает он хорошо. Называется Эверест. Бывает, представляю, что можно взять с собой реально в город, но там, я думаю, ничего гореть не будет. Кислорода нет. Ну, такая штука. Новенький абсолютно. Чуть-чуть закоптилось, но это вот берет.